Ну что, готов? Готов. Ну что, жива? Все как обычно. Вы из препаратов что в итоге взяли-то? Я взяла этот ай и этот, как он называется, Ренью, один. А я 2,5% и 3,4 берется по 2 мл флакона. Меза не стали? Ну, что-то как-то я чуть-чуть прочитаю их еще, попонимаю получше. Айку возьмите, не пожалеете, наверняка. Для глаз, да? Да, для глаз. Ай, да, я пробовала, у меня прям действительно темные круги уходят. Клиенты прям довольны, да. Ну, эффект, я серьезно говорю, прям на следующий же день, вот мы обычно даже на нашей Изабелке всегда рекламировать можно, которая сидит, у нее специфика своя, такие, ну, темненькие круги под глазами, да, гиперпигментация, и вот ей как курс начинаем делать, она на следующий день приходит вся, как будто она, я не знаю, неделю спала, помолодела и вся посвежела, оживела. И отеки, да, говорит? Хороший, правда. А вот если выбирать между Princess Rich и... Я понимаю, что выбирать это как бы каждый препарат свое действие, да? И вот тем биоретинизантом, который я сейчас взяла. Ну, они разные. Разные. А вот эти, они при воду на себя как-то вот вытягивают, объем создают? Ну, они все увлажнение обеспечивают, но объем они не будут создавать, да? Объем это несколько... Это задача. Ну да, фигуризанта. Так. Ну что, пройтись еще вот здесь. Чудочек, да?